Сегодня мы будем заниматься перезагрузкой нервной системы. Что такое перезагрузка нервной системы? Это когда мы определим, что необходимо для того, чтобы нервная система работала в полном согласии, созвучии со всеми составляющими нашего организма. А затем, когда мы определим, что для этого нужно, мы разобьем на те части, которые ей нужны, и посмотрим, что мы с каждой отдельной частью можем это сделать. Ну и, как обычно, выстроим алгоритм, который включит сначала, а потом все выключит. Да. Итак, у нас есть удивительная такая сеть внутри нас, которую мы не видим, по сути своей не чувствуем, да, и не отслеживаем. Мы знаем, что у нас где-то есть нервная система. Если мы посмотрим на какую-то там фотографию, где-то там в каком-то учебнике, мы увидим, что там вот такая вот такое плетение, кружева, что-то такое вот удивительное. Ну вот, я думал, сеть как-то не очень звучит, да? Система сильно как-то вот тоже не похожа вот на эту картинку. А вот такое кружево, это вот прям супер. Красиво. Да, такой у нас вот мозг и такое от него кружево по всему телу. Для того, чтобы нервная система у нас была всегда, вот все эти кружева у нас были в здоровье, в порядке, в норме, чтобы нам жилось радостно и счастливо в жизни, необходимо, чтобы нервная система получала ряд составляющих. Эти составляющие такие. Нервная система должна находиться в балансе. В балансе как система в самой себе и в балансе как система во взаимодействии со внешним миром и в целом с телом. Вторая составляющая – это питание. Питание – это не только то, что мы потребляем, да, и там кровь разносит по телу питательные вещества. Питание – это и включая дыхание, питание – это включая и ту энергию, которую мы, опять же, не видим, но мы чувствуем, как это. О, я энергичен, да? Все понятно. И третья составляющая – это отдых. Отдых – это в плане не того, что положили нервную систему, свернули наши кружавчики, да, положили, типа, ложись отдыхать. Нет, отдых – это немножко другое, это о расслаблении, об отсутствии напряжения. То есть вот, когда у нас есть вот эти три составляющие в наличии в нашей нервной системы, нервная система функционирует нормально. Есть ряд основных каких-то факторов, которые мы можем делать, опираясь на телесно-ориентированные техники. А есть еще ряд факторов, которые можно делать и вне телесных практик. Например, питание, сон. Да, это тоже те факторы, которые важны как в плане вот, составляющей, одной из составляющей нервной системы, как в плане питания, так и в плане вот, отдыха. Но мы сегодня не о сне, не о диете. Диете, что есть, а что не есть. А мы сегодня чисто о телесных техниках. И у нас есть такой алгоритм, по которому мы сегодня будем действовать, и который мы будем по которому мы будем запускать, перезагружать нашу нервную систему. Независимо от того, в каком состоянии сейчас находится у каждого из нас наша нервная система, мы можем к любому состоянию приложить этот алгоритм. Разница состоит только в том, что если нервная система совсем убитая, да, будет один результат, если она более или менее в дышащем состоянии, будет несколько, да, лучший результат. Но неважно, система работает, алгоритм работает. Наша задача сначала будет включить нервную нашу систему, запустить ее, а самое интересное, что в конце ее выключить. Да. У нас есть кнопка «вкл» и у нас есть кнопка «выкл». Между этими двумя кнопками есть четыре составляющие, которыми мы сейчас будем заниматься, которые мы будем сейчас практиковать. Первая составляющая между кнопками «вкл» и «выкл». Предположим, что мы начинаем, нажимаем кнопку «вкл» и поехали действовать. Первая у нас кнопка будет наша задача у нервной системы, главный у нас центр – это мозг. Поэтому первое наше внимание, куда пойдет, оно пойдет на мозг. И наша задача
при начальном включении нервной системы начать воздействовать на наш головной мозг. И мы будем уравновешивать или по-другому соединять два наших полушария. Дальше. Запустили, включили, уравновесили. Как только, ну вот, если мы посмотрим, как мы в жизни, да, мы пишем там правой рукой, если мы правша, левой, если мы левша. И мы делаем все время что-то доминантной рукой. В связи с этим правая рука работает, развивается и функционирует больше левой полушарии. Соответственно, правая находится где-то в изгнании и невнимании. Поэтому очень важно вот это вот уравновешивание. Понятно, что в жизни мы можем начать делать какие-то действия и не доминантной рукой, и стараться делать их уравновешенно, как правой, так и левой. Я вот сегодня ехал и такой думаю, да, вот раз и начал по телефону на кнопкам правой. Я думаю, а, да, урок сегодня же нервная система уравновешена. Я начал левой, и я поймался на том, что да, непривычно, а может быть не столько неудобно, сколько непривычно. Так-то все нажимается, все, кстати. Да. Потом, когда ты это продолжаешь делать какое-то некоторое время, там 2 минуты, 3, 5, а потом уже ты включаешься в это, и ты думаешь, опа, уже становится, как будто так не надо. Вот уже произошли, процессы запустились, что-то происходит в мозгу, мы это не видим, но по рукам мы уже начинаем это чувствовать. И сейчас, когда мы будем делать вот различные техники по уравновешиванию, мы тоже это словим. Как на уровне тела, через которое мы будем эти техники делать, так и на уровне мозга. Там прям начнутся такие шевеления, волнения, может быть, даже какие-то там головокружения начнутся. Второй момент. Запустили мы наш центр, он начал функционировать с удвоенной силой. Да? Теперь он уже не разбалансирован, не так, что да, на одну сторону больше опирается, на другую меньше. Мы его соединяем, и он у нас становится одно целостное такое силище. Дальше нам необходимо добавить туда, усилить вот это вот теперь уравновешенное действие. И мы будем наполнять, начиная от мозга, всю нашу нервную систему, наполнять, насыщать ее через дыхание. Наполнение будет у нас идти чем? Кислородом и чем? Энергией. Это тоже очень классно, все прочувствуется и вот здесь, и на всем теле. А вот эти две составляющие мы будем делать одновременно, да, в паре. То есть мы делаем одну технику и сразу, то есть уравновесили, насытили кислородом энергией. Следующую технику сделали, опять насыщаем. Следующую сделали, насыщаем. И так несколько техник и сразу же подкрепляем. После того, как два первых шага пройдено, переходим к третьему. Третье, здесь мы начинаем задействовать тело. Тело начинает помогать вот тому, что мы уже, механизму, который мы уже запустили. На уровне третьего шага мы будем, если просто одним словом сказать, расслаблять тело. Но на самом деле это вот только слово расслаблять. Потому что расслабление здесь важно, чтобы происходило не так, что ну давайте расслабим вот здесь, расслабим здесь, нет. Здесь для укрепления нервной системы нам нужно расслаблять тело через, наоборот, не расслабление, а повышение напряжения. То есть расслабление через повышение напряжения и выталкивание, такое должно произойти отпускание напряжения через выталкивание его. Пока я это сейчас говорю в теории, да, на практике будет понятно, что это будут все техники, они будут направлены на разные сегменты тела, и в каждом сегменте тела будет происходить вот это вот некое такое выталкивание. Как это можно обозвать? Напряжение. Прогрессирующая релаксация. Прогрессирующая релаксация. Динамическая релаксация. Не вот так ты, да, полностью расслаблен, а ты же делаешь через труд, да, ты, получается, расслабляешься. Ну да, через... Но, видишь, динамика, она больше все-таки вот движение, а здесь они будут одномоментные, но они будут очень активны и выталкиваемы. И после того, как мы расслабим еще и мышцы, да, мы же здесь, вот когда мы уравновесили мозг, а потом мы начинаем его насыщать, вот на втором шаге очень классно начинает ощущаться в теле
вот расслабление. На самом деле на третий шаг уже идти не хочется. Да? Потому что через вот это насыщение, хватит, насыщение, да, происходит такой переизбыток кислорода. И ты такой уже расслабленный, хочется просто вот лечь, упасть и больше ничего не делать. А тут тебе говорят, нет, подожди, для того, чтобы в целом повоздействовать на нервную систему, чтобы ее укрепить, нужно все-таки ее немножечко еще расслабить через тело. Ой, тело, да тело уже хорошо, да лежи, отдыхай. Нет. Значит, третий шаг, расслабили тело. И у нас есть еще четвертый шаг. Здесь у нас было отпустить, а четвертый шаг условно обозначен словом опустошить или обезмолвить. Да? Здесь мы расслабляем тело на третьем шаге, а на четвертом шаге мы расслабляем мозг. То есть вот эта кнопка вкл, мы включаем мозг, соединяем эти два полушария, а на четвертом шаге мы берем и его, в общем, опустошаем. Но опять же, да, выкл это очень условно, мы его не выключим так, что все, выключили, не работали. Он просто продолжает функционировать, но мы меняем несколько его программ. Мы даем ему новый алгоритм действия. Ну и условно тоже называем, расслабляем мозг. Теперь он такой опустошенный, обезмолвленный, он переходит в некий такой авторежим. Все, всего 4 шага. Соединили, уравновесили центральный наш пункт. Дальше наполнили, насытили. Расслабили. Дальше со самим телом поработали и дальше с мозгом поработали. Ну и как мы уже, да, вот сегодня говорили об этом, после четвертого шага мы можем добавить еще пятый шаг. Пятый шаг это, например, пойти в баню и хорошо там попариться. Для того, чтобы все, что мы сделали, оно, в общем, так уравновесилось, распределилось, устаканилось. Ну и как такой еще такой альтернативный вариант. Бани, массаж, ну, можно, да? Можно, нет, ну, можно пойти и выспаться. Но лечь спать так пораньше, до 9 часов, так что и вот прям провалиться туда. И спать. Да. Это, собственно, вот наша теория. Это у нас уже пошло к практике, это вот к нашему третьему шагу, который уже не хочется делать, потому что мы уже на втором расслабились. И, собственно, все. Можно приступать. Сегодня каждый шаг, здесь вот этот девиз нашего занятия сегодняшнего, сегодня каждый шаг, он будет повышать чувствительность как нашего тела, так и нашего сознания. С каждым шагом все больше, больше, больше и больше. А шарик, это ты что, меня с днем рождения поздравляешь? Нет, это я... Символически мы станем легки. Да, я сегодня в таком, когда начал заполнять теорию для сегодняшнего занятия на доске, у меня прям включилось какое-то такое вот творческое состояние, потому что я прожил уже, да, вот эти 4 шага. Я накануне всегда все это через себя прогоняю, проживаю. И с утра такое еду, чувствую, у меня какой-то прям вот мозг такой... по-другому работает. И вот пошло творчество, видишь? Тут я нарисовал что-то маловато. Сначала, там, знаешь, здесь надо подстриховать. Это глаз, всевидящее око. Нет, а от него? Это нервная клетка. Да. Там дендриты, да, аксон один там уходит. А сначала сразу как, о, какая-то всевидящая клетка. Нет, на гору похоже. На гору, на реку. Да, 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 тут много вариантов. Потом вот с этой, да, написал нервная система, тема укрепления нервной системы, написал нервную систему. А потом такой... перезагрузка. Написал сначала зеленым, плохо видно. И такой раз, объем. Просто, нет, сначала просто вот так штрихами поставил. Не так. Потом буковки давай рисовать. И прям вот у меня такой вот, такой, я такой вот прям чувствую вот состояние. Такое. В общем, вот этот процесс работает и включает нас, не только укрепляет нервную систему, да, включает еще наши все другие какие-то способности, в том числе и способность творить. Да? И с этим тоже, вот с молодым человеком, хотел просто указать, на каких сегментах тела мы будем заниматься вот выталкиванием и расслаблением. Сначала просто прописал, да, а потом такой думаю, ну что он какой-то такой.
Давай ему там футболочку нарисовал, да, раскрасил, штанишки нарисовал. А потом такой думаю, да, что-то он такой. Сначала вот он без пальчиков был, там без ушей, да. Такой все. Я нарисовал, потом думаю, чего-то еще не хватает такого, что вот он прям куражил. И я нарисовал шарик вообще. Да.